Вот, друзья, у нас фундамент. Его приняла инспекция. Мы в Ист-Пало-Альто находимся. Его приняла инспекция. И вот кажется, что все это такое маленькое. Но здесь будет ванна, туалет, стенной шкаф, умывальничек. Вот на этом пространстве все это будет. Там вы видите, что немножко заехала на дверь, но дверь надо переделывать. Это как бы дверь вообще не была изначально правильно сделана, у нее нет дверной коробки, она просто прикручена к стадам, ну вот к этим балкам, которые там, поэтому дверь будет переделываться. А это наш двор, вот тут другие ворота, вот это будет как бы главный заезд. Какой-то мусор тут, что-то они ломали, куски бетона. В общем, посмотрим. Вот. И пошли в дом. Я думаю, что именно в доме, вот характер, так сказать, панорамный нашей камеры, может быть, лучше всего и заиграет все это, вся эта панорамность. Свет, зажги свет. Так, вот мы в доме. Вот мы в доме. А что здесь? Ну, а что-то должно было новенькое появиться, Свет? Да. Что именно? Давай. Да, тебе удалось что-то. Нет, что там? Я не удалю, верхний свет не включается. Да. Света пытается зажечь свет на кухне. Здесь тоже не видать. Ну где-то же он есть. Нет, ну подожди секунду. Светочка, я тебя уверяю, что он где-то есть. Миша, послушай меня. Я должна проверить, что... А вот там торчит, нет? Где? Ну вот здесь, вот прямо на углу, вот здесь. Ну что ты, вот тут, да. О, не может же быть, чтобы не было выключателя. А что ты хотела увидеть здесь? А у нас уже всюду висят обогревательные панели. Так. И вот это я как раз хочу посмотреть. Пошли смотреть. Так, ну вот комната. Заходим. Так, вот комната. Так, где обогревательные панели? Ах ты, Господи. Вот она, друзья. Обогревательная эта панель. Ну и как дверь? Значит, в каком отношении дверь к ней находится? Значит, дверь находится... Там упорчик есть. Значит, да. Там есть упор, чтобы она ее не била. Так? Угу. Значит, что здесь происходит? Сама панель нагревается, да? А вот эта штука не нагревается. Защищает ее. Да. Циркуляция. Вот, и весь воздух теплый, он выходит вот отсюда и из боков, да? Uh-huh. Но по-любому, когда человек хочет нагревать это все, да, uh-huh. он дверь закрывает, естественно, он не держит ее открытой. Да. Вот, а здесь будет находить циркулятор, то есть можно поставить температуру. Термостат. Да. Uh-huh. И эту штуку держать, что-то она какая-то грязная, они только ее так захватали. Ну, Светик, ну, надо будет помыть. Вот, но смотрится вполне современно, да? Современно, пошли дальше. Слушай, они неправильно поставили-то. А что неправильно? Ну сюда нужна большая панель, это для ванной комнаты панель. Они не ту панель поставили. Так, идем дальше смотреть, где у нас остальные панели. Вот, для ванной комнаты она маленькая. Но здесь, это вот видишь как, опять, если глаз да глаз нужен. Ну. Я им сказала, чтобы они не вешали эти штуки, потому что не может висеть ничего над этим самым. Надо я, конечно, ожидала, что этот обогреватель будет пониже висеть все-таки, не так высоко. Да без разницы, чуть ли не все. Ну нет, не без разницы, потому что он занимает место здесь. Uh-huh. Ну, здесь это, конечно, никак не может висеть. Там не нужна. Окей. Вот, но это два обогревателя планировались для ванных комнат. Uh-huh. Не для спальни. А для спальни планировались большие обогреватели. Так. А они здесь вообще не поставили ничего так. Вот, смотрите, большие планировались для спальни. Я ему скажу, чтобы он переставил. Uh-huh. Так, идем дальше. Там еще комната. Может быть, там чего-нибудь стоит? Там ничего не стоит. Ну, правильно, потому что у них теперь получилось несоответствие ничего, ничему. Вот так, друзья, стройка. Скажи, Света. Да.